Невероятную популярность в крупных регионах страны набирает строительство жилья из так называемых СИП-панелей. Собственно, сама панель – монолитная трехслойная конструкция из двух деревянных плит, между которыми вклеен плотный слой утеплителя. Все скреплено экологичными воском и смолой. Стоит отметить, технология позволяет возводить жилые дома всего за пару недель. Огромный плюс – энергоэффективность. На Южном полюсе среди вечной мерзлоты из СИП-панели ученые построили метеостанцию. Неудивительно, если сравнить характеристики этого материала с традиционными. К примеру, 174-я плита по теплоизоляции своей равна полуметру брусового дома, то есть брус полметра толщиной 50 сантиметров и более, в зависимости от качества бруса. Пена-газобетон порядка полутора метров и толщина кирпичного дома порядка 2,5 метров, толщина железобетонной стены 4,2 метра. То есть то же самое, что наша 174-я плита, которая идет именно на улицу. Как и на все новое, сейчас люди смотрят с опаской на этот материал. Ладно, дом будет теплый, а как же пожароопасность или прочность? Энтузиасты провели ряд экспериментов. Несколько минут панель подвергалась испытанию на открытом огне. Специальная пропитка и материалы с достоинством справляются. Или джип в несколько тонн забирается на плиту, словно на эстакаду. Нипочем. Вообще, как гарантируют все изготовители СИП-панели, срок годности самого дома, то есть эксплуатационные сроки дома, порядка 100 лет. Стоит отметить, хороший опыт в строительстве из СИП-панели есть у тех же соседей красноярцев. В Абакане компания ГК «Строй» занимается не только реализацией и строительством из СИП-панели, здесь готовы разработать полный проект дома, от чертежа до коммуникации, подчеркивая при этом среди прочих плюсов материала самый яркий, пожалуй, цена. Дом, это как трехкомнатная квартира, две спальни, зал, кухня, коридор, туалет, ванная, котельная, с фундаментом из винтовых сваек, коробка, крыша, порядка 51 квадрат получается, цена за такой дом около 650 тысяч. То есть полностью вы получаете за 650 тысяч коробку с крышей, с фундаментом. Ну а дальше коммуникации, это уже на ваше усмотрение. Узнать подробнее обо всем можно в офисе компании ГК «Строй» в Абакане, улица Пушкина, 99/4Н. Стоит отметить, компания призывает к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях и другие строительные фирмы. Контактный телефон на вашем экране.